Мужчины, добрый вечер. Здорово. С вами сейчас Максим Алиабьев. И Владимир Шамшурин. И мы хотим рассказать о том, что вместе хотим провести очень интересный вебинар на тему раскрытия естественной мужской сексуальности. Какого числа? Это будет 9 число, 9 ноября, четверг, сразу по датам, потом еще раз повторю. 20:00 по Москве, и, соответственно, мы вам еще о нем напомним. О чем будет вебинар, Макс? Для тех, кто меня не знает, я являюсь практикующим психологом-психотерапевтом и в какой-то степени коллегой Вовы. Семинар, вернее, вебинар будет посвящен 5 уровням мужской сексуальности. То есть это ощущениям, действиям, самооценке, убеждениям и вашему прошлому. Также будем вместе с Вовой давать инструменты, которые будут отличаться от тех, которые вы слушали. Вы решили зайти поглубже в этот раз. Сидели с Максом довольно долгое время, думали, что вам рассказать. То есть потом, в конце концов, родился какой-то пул информации, собрали все это воедино, сжали в один вебинар. И, соответственно, хотим донести 9 числа в четверг до тебя лично эту информацию, она будет очень полезной. Что еще скажешь, Макс? Ну да, наверное, Вова расскажет о типовых ошибках, которые мужчины реализуют, когда пытаются раскрыть свою сексуальность. И вот они достаточно распространены, но как бы и неизвестны. И вот, наверное, этот вебинар, он позволит пролить свет на основные такие моменты. Ну, если коротко, по-простому, то есть смотри, значит, соответственно, как развить свою сексуальность мужскую, какие уровни, ты говоришь, то есть это по твоей части, это телесный, какой там еще? Убеждение, самооценка и да, часто как это влияет на вашу сексуальность, в том числе и на развитие ее, как в целом находиться в ресурсном состоянии, без какого-то допинга, без какой-то разгонки, постоянно находиться и, соответственно, ощущать себя сексуальным, потому что ощущение себя сексуальным, свободное проявление сексуальности и нахождение в ресурсном состоянии – это очень тесно связанные между собой вещи. Что еще расскажу? Ну, наверное, это основное. Я думаю, что ты как тренер понимаешь, что в конечном итоге мужчина, развив в себе навыки там, общения, знакомства, он упирается именно в развитие сексуальности в целом, ощущение себя сексуальным и создание у девушек ощущения, что ты сексуальный. Итак, ребята, значит, четверг, 9 число, 20:00 по Москве. Информация еще будет на нашем канале. Записаться вы сможете по ссылке, которую видите под этим видео. Будем всех ждать. Это бесплатный вебинар. Приходите, будет очень интересно. Пока. Всего счастливо.